В конце августа депутаты Рязанской областной думы нанесли, казалось бы, смертельный удар по всякого рода рюмочным и закусочным в жилых домах. Согласно законодательным поправкам, любая торговля алкоголем в заведениях, которые располагаются в жилых многоквартирных домах и пристройках к ним, запрещена. Впрочем, журналистский рейд по микрорайону Конищева показал, что успехи законодателей весьма скромные. Из побед можно назвать разве что закрытие мини-кафе «Венера». Кстати, бывшие посетители продолжают устраивать здесь свои встречи. Рядом с заведением по-прежнему можно обнаружить несколько пустых водочных бутылок. Дальше по привычным уже адресам. Например, кафе в пристройке жилого дома на улице Бирюзова, 5 продолжает функционировать в прежнем режиме. Впрочем, так же, как и бар в подвале многоэтажки на Станкозаводской, 26. Рядом с этими питейными заведениями располагаются детские площадки и даже школа. Кстати, на прошлой неделе депутаты Рязанской городской думы предложили наделить чиновников муниципалитета полномочиями по отзыву лицензий у подобных так называемых мини-кафешек. Насколько эта мера хороша, пока непонятно. Сейчас же антираспивочный закон явно пробуксовывает.